Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Руководство ГИБДД разослало в регионы рекомендацию не наказывать водителей за незначительные нарушения. Об этом сообщают федеральные СМИ. Если говорить о легковушках, то начальство советует инспекторам ограничиваться устным замечанием, если у авто отсутствуют брызговики, не работает стояночный тормоз или на одной оси установлены шины с разным протектором. В отношении грузовиков, которые перевозят социально значимые товары, поблажек больше. Неработающие фары или фонарь, отсутствие зеркала заднего вида и другие недочеты. Все это объясняется стремлением не нагнетать психологическую ситуацию в обществе. Трасса 101. ОСАГО снова претерпит изменения. С 1 апреля будет скорректирован коэффициент бонус-малус, вследствие чего, говорят страховщики, аккуратные водители будут платить за обязательную автостраховку меньше, а виновники ДТП больше. Минимальная ставка, по которой рассчитывается размер страховой премии, снизится с 0,5 до 0,46. Максимальная скидка за безаварийное вождение вырастет с 50 до 54%. Предельно возможный КБМ для лихачей увеличится с 2,5 почти до 4. Страховщики уверяют, что большинство российских водителей увидят снижение стоимости автогражданки. Трасса 101. 76% российских автомобилистов считают, что ведут себя на дороге вежливо. Опрос организовал сервис Auto.ru. Оставшиеся 24% не постеснялись заявить о своей агрессивности. Причем у половины из них она проявляется намеренно и регулярно. То есть хроническим автохулиганом в нашей стране можно считать примерно каждого 10-го водителя. Самым распространенным проявлением вежливости респонденты назвали мигание аварийкой в ответ, например, на разрешение выехать со второстепенной дороги. Каждый пятый готов оказать помощь шоферу, у которого возникли какие-либо проблемы с машиной. Трасса 101. Столичные госавтоинспекторы по итогам трехдневного рейда составили список нарушений, которые чаще всего допускают водители такси. Самой распространенной проблемой оказались разного рода неисправности. На втором месте нечитаемые или нестандартные номера, на третьем – отсутствие у извозчиков необходимых документов. Далее идут проезд на красный, остановка или стоянка в неположенном месте, излишняя тонировка стекол. Более трех десятков таксистов имели признаки опьянения. Трасса 101. А компания Bugatti объявила о выпуске небольшой партии гиперкаров Cento 10, переводится как 110, каждый из которых стоит минимум 8 миллионов евро, более 800 миллионов рублей по текущему курсу. Автомобиль оснащен 16-цилиндровым мотором с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил. Машина разгоняется до сотни всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне почти 400 км в час. Все экземпляры уже раскуплены. Один достанется футболисту Криштиану Роналду. Есть ли в списке будущих владельцев авто граждане РФ, не сообщается. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».